как-то побыстрее играть. Для начала было бы неплохо увидеть какой-нибудь обычный раунд от датчан, обычную раскидку аплента. Все-таки Паша немножечко напрягают, частенько находится в окне в джангле, поэтому стоит, наверное, попробовать по классике. Тут нужно одного Белинского забрать в пленте, и, по сути, уже ты ставишь бомбу и доходишь до точки. Но какой шикарный Молотов только что залетел от Снекса. Насколько же это грамотный игрок. Буквально за 2 секунды до того, когда датчане уже собирались выходить из этих ковров в надежде установить бомбу, Снекс...